Популярный мужской журнал «Maxim» опубликовал в соцсетях 5 новых фотографий с откровенной фотосессии известной российской фигуристки Евгении Медведевой. Эксклюзивные кадры из той самой фотосессии для «Maxim» говорится в публикации журнала, выход которого в печать состоится 1 апреля. Откровенная фотосессия Медведевой привела ее поклонников в полный восторг. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию в мужском журнале «Maxim». «Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против ноготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять. Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года. Лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу в инстаграмах, признана экстремистской организацией. Деятельность на территории РФ запрещена у девочек. Сейчас этот этап прошел. Мне начинает нравиться то, во что я действительно вкладываюсь. Я сменила стрижку, ухаживаю за волосами, привела кожу в порядок. Может ли эта фотосессия сыграть роль в повышении моей самооценки? Абсолютно точно сыграла. Это большой шаг к принятию своей сексуальности. Наверное, многие среагируют. Вот Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло. Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но если с другой стороны посмотреть, то мне уже не 17 и не 18 лет, сказала 22-летняя фигуристка.